Домище, блин. О, белый гриб. О. Ух ты, блин, ничего себе. А, там домище. Вот кто-то там уже стучит. Но это все штапик закроется, ничего видно не будет. Это же, видишь, обзорная доска. Но все это закроется. Вот это все равно будет красить. Так. Запенили уже? Нет, еще не запенили. Нет, пожалуйста, видишь, просто поставили, да. Будут пенить еще шить если вы. Ага. Нормально. Понятно, что если прыгать на нем, то это будет весело. А так-то все идеально. Да, я говорю, это щелки, это все закроется штатиком, да. Все видно не будет, тем более, что там-то он все равно утеплен, там-то в щелях-то все утеплено, да, ну да, да, что же. Боишься, что ли? Высоко. Еще мешать будет, провалится. Не дай бог ее. Пусть я раз приду, спою. Споешь? Ты еще и петь умеешь? Вот так вот. We'll be right back.
Короче, вытер я ноги. Не знаю, попробуем зайти, что... Не, заходить не будем. Просто вот так вот заглянем вовнутрь. А потом... Все приезжайте в гости, я всем все покажу. Зайдете, посмотрите, или когда будет сухо, я все сниму заново. В общем, вот так вот. Ха-ха. Вот такой вот домик у нас теперь. Ну, здесь еще вот навалено. Я не все доски просто еще разобрал, но надеюсь, что в ближайшее время будет посвободнее. Я все эти досочки разберу и разложу как надо. В общем, вот так. Радостные события.